А потом... В какой уже раз здесь встречаемся с вами для проведения православного Успенского турнира по футболу. Вот мне очень интересен тот факт, что я некоторых ребят из вас помню, когда приезжали еще в другом совершенно возрасте сюда. И вот мне интересно то становление, тот рост и что вы сейчас здесь. Вы в спорте, у вас есть интересы, у вас есть ориентиры, на которые вы равняетесь. У вас есть стремление, стремление к совершенству. Пусть это будет в спорте, но оно будет стремление. И это самое главное для человека. Когда человек ставит перед собой цель, и эта цель не противоречит нашим сегодняшним этическим нормам и законам, то Господь обязательно благословит эту цель. И Он будет вам всячески помогать в этой цели. Хочешь стать футболистом хорошим? Трудись, но и не забывай просить помощи Божьей. Сегодня мы с вами здесь собрались для состязания. Я не скажу, что для борьбы, потому что это другое какое-то слово, но для состязания классов, классов команд. Мы знаем, что побеждает та команда, которая сильна не только мастерством, но и самое главное, сильна духом. Духом, сплоченностью, пониманием друг друга. Вот старайтесь, чтобы в ваших командах этот дух присутствовал. Понимание, сострадание друг другу, помощи друг другу. И в этом обязательно вам поможет Господь. Сейчас, как перед началом всякого доброго дела, а это доброе дело, мы с вами сотворим молитву. Твоё есть сокровище благих и жизнеподателю, приди, вселися в ны. И очищены от всяких стрел, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь Господи, яко благо, яко век милости Го, Бог Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне, яко хочеши, яко всесильный Бог, творите можеши. Гости услыши, святого Евангелия, мир всему Матфея, святого Евангелия, аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение и дело рабов Твоих, участников и организаторов православного Успенского турнира по футболу, где же благополучно начать и без препятствия всякого ко славе Твоей совершите, дело Тебе благо поспеши, и дело рук исправи, и совершение силы Пресвятой Христе Божие, утование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Христос Истинный Бог наш. Ближе, ближе, Глушко, что ты 5 метров? Что? Ближе, 12, опередили. Ваня, к мячу надо. Вниз мяч, опускай, вниз. Илья, внизу мяч, подержи. Здорово, молодец, Данил. Проще. Давай там, пожалуйста, я! Все время сюда, сюда, сюда!
будет. Привет! Пошли, пошли! Выгоняй всех, Антоша, выгоняй всех! Поджимаем, поджимаем, Лилю, поджимай еще! Юра, дай, Юра, который ближе к воротам, твой, Юра, да? Юра, за спину, Юра! Шот, ты где есть, Шот? Твой фланг ведь полоскаешь, Шот! Бейте! Юра! Твой! Играй, играй! Да добей! Ладно, ладно, набирай фланг. Набирай, набирай, не смотри на него. Вот, беги к мячу, дальше говори. Конечно, вы разворачивай потихоньку, Серый. Шон, сюда и выше, Шон. За спину, Серый. Вот, 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 доведи ее, диагональ. Выходи! Хорошо, Никита, молодец, посуда. Ваня! 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 Пошел! Да блин, ты первый, собирай! Бегай, Шот! Лечь, мешай ему! Хорош, Шот! Одной грамоте. Грамота и медальки. Отцу Алексею подойти. Бряд, выстрелитесь, а мы пройдем вас играть. Не всем поклопай, подержите, поклопай. Как-то у них нет сил. Давайте, идем. Вас трое осталось? Еще одна не хватит. Да не виновский, вот я на него еле-еле одеваю эту медаль. 15. А шея кого же я? Качай шею где? Я говорю, им лопаты, дядя, лопаты, дядя, они тут цирками копают. Нет, коза, коза. Молодцы, молодцы. Странно не победили, да, ребят?